Привет, друзья, вы на канале ДТВ, и мы сегодня покажем вам, сколько мы заработали спустя 3 дня после принятия монетизации. Итак, давайте зайдем на наш канал, посмотрим, какие мы тут выложили видео. Значит, всего видео у нас выложено около 290 штук. Все по-разному по просмотрам. Какие-то, как вы видите, там 13 просмотров, какие-то 6000 просмотров за одно видео. Разная тематика, начиная от путешествия, заканчивая новостными какими-то видео. Самые большие просмотры — это, конечно же, новости. У них, скорее всего, вы на монетизацию навряд ли подойдете. Только хороши они для того, чтобы вам набрать часы. Вообще. Вот видите. Давайте зайдем в творческую студию. Зайдем в классическую версию. Что, к сожалению, новую версию не увидите. После того, как вы получили монетизацию, вот, вы должны зайти в панель видео в творческой студии и над каждым видео включить монетизацию на каждое видео. Как правило, сразу происходит включение. Какие-то видео не сразу происходит включение. То, что ниже, пока включит монетизацию, не откажет. $2.41 просмотров рекламы. Именно реклама.
изначально будет она у вас отключена. Здесь ставите галочки, которые вам... выбираете ту рекламу, которая вам подходит. Значит, во время воспроизведения, чтобы включить рекламу, несколько видео должно быть не менее 10 минут. Если видео меньше 10 минут, то рекламу вы сможете включить только релея, баннера какие-нибудь, либо реклама в начале при включении, да, видео, либо при включении видео, то есть в конце. Так, давайте мы сейчас посмотрим. Также можете проверить свой канал, можно увидеть и посмотреть в SoundCloud свою статистику. Так, заходим в наш канал, канал ДТВ. Напоминаю, что 8 января на включена мотивация 2020 года. Примерно статистика по заработку. Обязательно видео надо приводить в порядок. Это конечные заставки. Скаллаб называется. Скаллаб либо Аир. Это две крупнейших новости. Вот. Значит, в Скаллабе там немножко по-другому. 2500 подписчиков обязательно. Минимальные требования. И имеет монетизацию. По часам там, по-моему, ничего нет. Информации. Говорят, что заработок там где-то порядка 70% от полученных денег от YouTube. 30% соответственно медиасеть будет брать. Вот. Насколько там больше заработать с медиасетью, я не знаю. Это чуть позже попробую и мы вам расскажем. Итак, всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал, канал ДТВ. Ставьте лайки, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам это видео. Итак, пока!